Близко, близко, давайте, да. Стать журналистом, библиотекарем. Дальше. Чего сказали? Смотрите. Спорт, программа спорт. Ну так я ждал планета. Планета — это целый канал. Дай спортивного обозревателя. Так, все, все смотрим, все угадываем. Я угадываю. Ну что-то танцевальное. Нет, 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 нет. Кольца. Что-то не поняла я. Что-то я не поняла. Что, чтобы... частичка не тебе, да? Ну хоть что-то предговорите, хоть что-то. Нет, нет, нет. Команда молчит. Команда, что молчит? Команда обалдела. Да, команда, да. А такого... Я не заигрывала, ни слова. А ты что-то шуба, что ли, какая-то? А Ема не ходила, что ли? Он носил других мужиков. Все правильно, все. Все, угадала. Не изменять мужа. Маша, да? Хорошо. Маша, где ты? Хорошо, спасибо. Смотрите, да? Маша, я бы сказал, если что, позвоните, говорит, не проблема. Ладно, что там поговорим. Потому что мы разгуляли. Отлично, отлично. Мне? Роме желание. Тебе они что-то пожелали. Мне? Ты это там не взяла. Так нельзя. Ну... Беречь, беречь тёщу, дарить тёще цветы. Дарить тёще цветы. Не, 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 мы не согласны. Беречь тёщу, дарить цветы. Любить, любить, целовать, лелеять. Тёще маму называть, дом зарплату отдавать. Как это так? По подручным предметам. Запрещённый приём воспользовался. Очень прикольно. Ну ладно, первый раз начнем, так уж и быть. Ничего себе, мы первый раз вам учли такой вы так значку, так не надо. Смысл-то. От нас кос сделать вам. Родителям пока что. Хотя пока не будем, пока родителям. То есть им пора уходить. Папа. То есть получается уже мои вторые папа и мама. Хочу сказать вам огромное спасибо, что вырастили такую мою жену. Очаровательную, привлекательную, умную, работящую. Пожелать вам всех благ, здоровья, счастья, долгих лет жизни, а самое главное, нескончаемой любви. Спасибо вам большое. Я, в свою очередь, хочу сказать спасибо своим вторым родителям за такого прекрасного супруга. Могу сказать, что прям была очарована с первого взгляда. Со мной такое было первый раз в жизни, вот такой мне попался. Ну, большое вам спасибо. Он умный, красивый, воспитанный, заботливый. Надеюсь, что такое будет всегда. Вам большое спасибо. Вам тоже здоровья, чтобы присутствовать. Пожалуйста. Давайте, дайте мне. Ну, от нашего к столу к вашему. Вы как сладко для родителей нам. Горько! Как горько для родителей. Горько! Как вам горько? Горько! Сладко, если вы будете жить прекрасно, родите нам внуков кучу, чтобы забота была больше. Правда! Мы будем жить тогда дольше. Конечно, вам же сидеть с внуками. Пока не вырастите, чтобы даже не думать. Отмыливайтесь. Нам будет очень приятно, когда вы будете приезжать к нам, в ваших глазах будет... Я счастье, облегчение радость. От того, что внуки остаются с вами.
передаем понимание, это нам будет очень приятно. Там, а уж когда появятся внуки и внучки, это нам будет двойне приятно. Так что за это и пьем. Господи, Маша, как тебя не сфотографируют, ты все смеешься. Дергай руку. Ну, давай. Я завидую. Бабушке сидеть буду. Можно? А дедушке тоже не будет. Дедушка. Да. Дедушка. Вот они Маш пожелали. Маша, ты должна отгадывать. Я выгадываю, чтобы я не вешалась трижды. Первый. Троебус. Ну, а человечницы показывают явно на галстуке. Галстук. Что-то какую-то удавку какую-то. Я не знаю, что именно, какую-то удавку. Показывай, показывай. Мы будем говорить, о чем нам это. Потом это. А-а-а, трое детей. Да? А, обезьянки? Нет, вот какой-то обезьянки. Говори. Какой вы хотите? Можно на поводок посадить. Это именно женщинам желают? Да мне. Женщинам, да. Три чего, да? Три чего? А, это три. А, да, это по одному. Первое я показываю. Ну, три желания какие-то. Первое желание собака. Собака. Правильно? Конечно, правильно. Ну, дом какой-то. Дом открывается. Клетка. Но... Куда мы вечером? Домой. Домой, да. Чтоб свой дом, наверное, был. Но я говорила, дом, не, да? Не, не, там. Нет, не дом. Ну, может, там звуками там показывает. Начни со второго, второй будет понятнее. Который пищит у меня в машине. Который у меня в кармане пищит. Ну, чтобы машина была. Сигнализация. Телефон. Телефон? Что ж такое, что ты открываешь? Машину куда? Гараж. А третий уже не будет. Здрасте. Так и тут такая загадка. Машина, чтобы была в гараже. Вы это видите, подкованы. Подкованы наша команда. Ваши подковы не годятся для нас. Третье изображение. Вот третье. Чтобы муж не сидел на шее. Чтобы сесть мужа на шею. Чтобы не сажать мужа на шею. Ну, видишь, уже садили на шею. Да не опасно, а перестань же. Что вам еще объяснить? Ты что-то плохо объясняешь, давай объясним с ней. А первое еще раз. Слушай, первое. А? Первое. Гараж мы правильно сказали? Да, да. А собаку тоже? Да. Собаку, гараж, еще третье. Собака не собака. Ну вот это, которое... Не собака. А? Не собака, там собака звучит. Ну, наподобие. Муж наподобие собаки? Это же машины. Муж, что ли, на поводке? Муж, что ли, на поводке? А пословица? Надо хотя бы одно, чтобы только не дают. Они говорят, гараж там, гараж там есть там, да. Да, есть там, хорошо, хорошо. Женщины желают три вещи. А, ты что желают от женщины, да? Да. Женщины, вы чего желаете? Чтобы муж был на поводке. На поводке. На коротком поводке. Чтобы муж был дальше. Ну, последнее. Еще последнее. Ну, если бы еще этот самый ягуар на рачок садить, да? Как же его изобразить, вот этого хвостатого? Ягуару на плече. Может, поговорку скажи, что ты знаешь. Я знаю, но может, не знаю. Не, я знаю, но другую, я не буду ее озвучивать. Озвучивай, да? Скажи. Настолько неприлично, что ли? Там, во-первых, четыре элемента, четвертый не приличный. А четвертого нету. Почему его убрали, да, из вежливости? Надо вспомнить. Мы сказали, что гараж в машине, значит... Ягуара в гараже. А, точно. Ну, как же там, да? Кого-то там в постели, кого-то там еще где-то. Не, ну а что ты в постели не убрать? Так, раздеваться, да?
я знаю, в гараже. Любовников в постели. Соболь на плечах. Соболь на плечах, Югар в гараже. Я, это теперь не помню какой. Или льва, наверное. Ну да, льва в постели. А, льва в постели, да. Вот и а последняя, вот, самая главная. А это не загадывали, Ром. 3-2, мы выиграли. Так, что? Веру мы желаем. Ну, джентльменов, что ли? Королеву. Королеву на кухне? В постели. Чтобы жена была королевой? Королева слова есть? Королева секса? Нет? Ха 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 правильно делаете? Робби! Жену красавицы. Неправильно, но не королева. Жену красавицы. Высоты. Королева. Почти подходите. Почти. Почти уже рядом. А, быть женой генерала? Еще выше. Еще выше? Маршала? Президента. Так, не подсказывай. А, президента? Жена президента. А кто? А муж ты кто? Жена президента, муж. Господи. Муж жена президента, да? Будем быть мужем жены президента. Первая леди. Первая леди. Будем быть женой президента. Жена президента тоже очень. Уточняем. Вот, Кирочка, показывай. Первая леди страны. Уточняем. Чтобы он был президентом, она будет. 3-3. Не-не-не-не. 3-3 мы выиграли. Мы хотим, чтобы Рома был Медведевым, а его жена была первой леди России. Медведев. Он уже не Медведев. Просто будет президентом в России.